«Святой Христофор» – картина художника Иеронима Босха. Работа имеет слева внизу подпись Босха. Дендрохронологические исследования показали, что работа создана в 1496 году или позже. Босх, вероятно, выполнил эту работу по заказу Братства Богоматери для собора в городе Хертогенбусе. Художник был частью этого братства. Работа долго находилась в частной коллекции в Италии. В 1931 она принадлежала арт-дилеру Полю Кассиреру и оказалась в Нидерландах. Примерно в 1940 году она была в итоге пожертвована в фонд музея Байманса. Святой Христофор был чрезвычайно любимым святым в эпоху позднего Средневековья и считался защитником от эпидемии. На картине изображен гигант в развивающемся за плечами красном плаще, который переходит реку, неся на спине младенца Иисуса. По легенде, святой Христофор служил царю и самому дьяволу в поисках могучего и достойного хозяина. И поиски завершились лишь после того, как некий отшельник обратил его в христианство. Святой Христофор, обращенный в христианство отшельником, отшельник изображен справа от него, оставил служение дьяволу и охоту. Святой тащит на плечах младенца Иисуса, тогда как посох, служащий ему опорой, дает молодые побеги. Рыба, висящая на цветущем посохе, символизирует Христа или пост и противопоставлена туше свиньи, нанизанной на трос, идущий от кувшина. Сам этот кувшин, по горлышке его сидит человек, подвешивающий фонарь. В расколотом боку видно, как горит огонь. Жилище. В таких кувшинчиках в Нидерландах делали домики для скворцов, чтобы потом забирать оттуда яйца через специальное отверстие. Значение этого символа, а также остальных деталей, голубятни, ульи, видимо, намекают на искушение. Например, человек, карабкающийся по ветке к пчелиному улью, традиционному символу пьянства. На дальнем берегу реки из-за развалин показывается дракон, и его появление приводит в ужас купальщика. Еще дальше, почти у самого горизонта, виден объятый заревом город. Все эти зловещие детали напоминают пейзаж на боковых частях триптиха «Воз сена», но в отличие от паломника, святой Христофор надежно защищен тем, кого он несет на спине. Согнутая фигура Христофора создает ощущение тяжести младенца на его плечах. Избирая для своих картин жития святых, Босх обращается к теме аскезы, молитвы и медитации. Приводя пример праведной жизни, художник чаще всего изображает отшельников. В пустыню отправлялись для укрепления в вере святой Антоний, святой Иероним, святой Гидий и, конечно, святой Иоанн Креститель, люди, дух которых восторжествовал над бренной оболочкой. Как писал Брандт, «Поэтому блажены те, кто равнодушны к суете, покоя мирного взыскуя, отвергли маяту мирскую, и в горы, в долы удалясь, мирских грехов отмыли грязь». Пустыня – место не только уединения и молитв, а прежде всего испытания. Здесь обитает нечистая сила, здесь отшельника искушает сатана, и Босх населяет ее
обольстительными миражами и ужасными видениями, имя которым – искушение. Это мир фантомов, манящих к себе христианина, чтобы совратить его, сбить с истинного пути.